Всем всем доброго денечка. Доброго денечка. Смотрите, какие они уже стали большие. Наша малышня, карандашня. У всех мордочки разные, спят они. Навели тут шурум-бурум, да? И мамашка тоже спит, отдыхает. Отползла от детенышей своих. Ну, устала мамочка, да? Уже скажи, я устала, от них убегаю. Им и без меня, скажи, тепло, да? Тепло и уютненько. Вот какие глазки. Но она, мамашка, заботливая, кормит, поет им, солому таскает. Да, да, ты очень заботливая мама. Прям настоящая мать-мать. Я же мать. Вот те капельки у нее на носике. Давайте еще посмотрим на деток. Ой, уже прямо переворачиваются и все делают. Ну, прям большие-большие. Ой, мамочка попить пошла водички, да? Тут Гера ко мне просто пристает. Герасик. Это куда побежал? Такой вот с полосочкой, прям с ровной, с четкой. Все, ты мордульку спрятал от нас. Не хочешь показываться? И некоторые пишут, то, что на опилках, возможно, им плохо, жестко. Нет. Им наоборот, очень мягенько, все хорошо. То есть их это полностью устраивает. А вот у этого товарища маленького мордочка, как у енотика. То есть сейчас, как мне сказали, популярные такие мордочки, как у енотика. Да? Ты будешь популярный зверь? Маленький популярный зверь? Спишь и еще пока ничего не знаешь. Еще глазки даже не открылись у них. Уже пытаются глазки открывать. А ушко какое маленькое розовое ушко торчит. А нет, черненькое ушко, как раз ушко черненькое, вот оно. А там это уже как щечка розовенькая, а ушко черненькое-черненькое. И ты тут такая, как полосочка. Да? Иголочки так расположены. В общем, малыши растут, крепнут, все хорошо у них. Мамка-заботушка все свои материнские обязанности выполняет. Ой, из двух поилочек, да, скажи, вкуснее попить. Скажи, да, малышня-карандашня? В общем, растут, развиваются, и будем скоро искать уже им новые дома. Новых мама-пап, ежиных мама-пап. Мне кажется, эта звезда уже скажет, давай скорее ищи. Я от них уже устала, я от них прячусь уже. Да? От маленьких таких озорничков. Пойдешь на ручки? Пойдешь? Вот он, милый зверь. Посмотрите, какой маленький и милый зверь. А мы всем желаем хорошего дня, прекрасного настроения и всего самого-самого лучшего. Так, сейчас положу аккуратненько. Вот. Всем счастливо, до новых встреч.